Экстраба, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дай 5 и шоу По Факту. На нашей земле полно красивых мест, обо всех не рассказать, но хотя бы о десятке поведаю сегодня. Лего! Большая голубая дыра, расположенная в центре Лайтхаус Рифа, вблизи полуострова Юкатан. Дыра, которая стала известна благодаря французскому исследователю Жак-Иву Кусто, представляет собой круглую воронку диаметром 305 метров и 120 метров в глубину. Сегодня это одно из лучших мест для дайвинга в мире. Пещера в 12-километровом леднике Менденхолл расположена близ города Джуну на Аляске. Она уникальна тем, что ежегодно меняет свой облик. Лед в пещере тает, создавая родники. Море звезд на Мальдивах. Уникальные светящиеся волны на Мальдивах объясняются биолюминесценцией, химическими процессами в организме животных, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Кажется, что в море звезд отражаются звезды с неба. Водопад Виктория – единственный водопад в мире, имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Туристы могут ходить по самому краю водопада в бассейне Дьявола, который расположен со стороны Замбии. Водопад является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Каньон Антилопа, расположенный в горах Пейдж, получил свое название благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы. В течение нескольких столетий вода и ветер вытачивали и формировали изящные и причудливые рельефные линии внутри скал. Уникальные цветные скалы Джанье Дангсиа находятся в Китае в провинции Гансю. Цветные скалы состоят из красных песчаников и конгломератов в основном мелового периода. Такие образования являются уникальным типом петрографической геоморфологии, что бы это, блин, не означало, существующие только здесь. Цветные скалы включены в список всемирного наследия. Вилла Франко – одно из самых популярных летних мест отдыха, который входит в топ самых красивых мест мира. Он привлекает людей своей природной красотой. На острове расположено несколько пляжей, предоставлены условия для занятий всеми видами водного спорта. Остров представляет собой естественный бассейн, состоящий из затопленного котла вулкана с максимальной глубиной 20 метров. Флора и фауна представлены несколькими видами, для сохранения которых и был создан заповедник. Тоннель влюбленных в городке Клевань, Украина, вырос естественным путем. Этот сказочный зеленый тоннель входит практически в каждый рейтинг самых красивых мест мира. В какой-то момент местные власти перестали обрезать деревья, и их ветви образовали зеленый грот. В теплое время года зеленая аллея служит местной достопримечательностью для молодоженов, и ее посещение считается очень хорошей приметой. Рисовые террасы, расположенные в Китае в провинции Юньнань, одни из самых больших и живописных в мире. Террасы находятся на высоте от 200 до 2000 метров над уровнем моря и занимают более 20 тысяч квадратных километров. Рисовые поля простираются в длину на десятки километров и повсеместно повторяют контуры горных склонов, сохраняя природный ландшафт необыкновенной красоты. Кёкенхоф – всемирно известный королевский парк цветов в Нидерландах, также известен под названием «Сад Европы». В парке посажено 4,5 миллиона тюльпанов 100 различных разновидностей. Здесь три оранжереи с тюльпанами всевозможных сортов и оттенков, золотыми нарциссами и пышной сиренью в одной, с роскошью алых роз в другой и совершенно невероятными изысканными орхидеями в третьей. Парк ежегодно открывается для посетителей с середины апреля до середины мая. Так что вперед! А сейчас хочу представить вам мега крутой канал о путешествиях Great Traveler, который настоятельно рекомендую посетить. Ребята делают шикарные видеоролики о самых красивых городах планеты, о самых удивительных творениях природы, а также обо всем самом интересном из мира путешествий. И все это под классную музыку. В общем, скорее жми на ссылку в описании и сам все увидишь. Такие дела, с вами был Ликей, ставьте лайк под этим видео и своим друзьям про меня расскажите. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бау! Я буду рад, как ботаник, оказавшийся в саду Европы, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь топ-5 планет Солнечной системы и 10 нераскрытых преступлений.